Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. Это у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль 2016 года. Оснащен мотором 2,4 литра на вариаторе. Полный привод. Шикарная комплектация. Сейчас я вам покажу комплектацию, но также состояние салона. Кстати, здесь большой просторный багажник. Также сиденье можно откинуть. Полочку вот эту, например, убрать. И у вас места станет еще больше. Красивый кожаный салон. В шикарном состоянии. Также у нас имеется сенсор на дверях. Что же у нас, шикарный салон. Кожаный, все в идеальном состоянии. Водительское сиденье, кстати, с электроприводом. Значит, у нас здесь с вами все стеклоподъемники, регулировка зеркал. Также есть функция складывания зеркал. Здесь у нас с вами зона подогрева дворников. Тут у нас с вами располагается кнопочка DSP. Это у нас с вами информация по бортовому компьютеру. Также у автомобиля есть датчик света, подрулевые лепестки. Также есть датчик дождя. Здесь у нас с вами располагается управление аудиосистемой. Ну а здесь, конечно же, как обычно, это у нас круиз-контроль. Также здесь у нас с вами подогрев передних сидений на два режима. Эта кнопочка у нас управляет полным приводом, то есть на нее мы нажимаем, ну и смотрим, что у нас меняется. Постоянно полный, экономичный полный, либо в авторежиме. Сама, конечно, селектор коробки передач. Здесь у нас с вами климат-контроль. Вот такая вот замечательная штатная магнитола, довольно с хорошим звучанием. Приятная игра. Также есть камера заднего вида. Кнопочка старт-стоп, поскольку здесь имеется бесключевой доступ. Ну и в данный момент автомобиль заведен. Идеально ровно работает мотор. Ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег на автомобиле всего лишь 90 тысяч километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес есть у нас в объявлении. Автомобиль можно будет приобрести по системе трейдинг, кредит, но также за наличный расчет. Но машина, согласитесь, очень классная, красивая, в шикарной комплектации. Так что я думаю, что в любом случае вам стоит приехать и ее посмотреть. Ну и на этом спасибо вам за просмотр этого видео. Хорошего настроения. До свидания.